В деревне Барвиха давно обсуждался вопрос переезда местного фельдшерско-акушерского пункта из ветхого здания 26-го года постройки в здание администрации сельского поселения. В прежних условиях невозможно было оказывать качественную медицинскую помощь. В новом ФАПе эту проблему решили сразу. То, что касается старых ФАПов, конечно, в таких условиях уже сегодня работать нельзя. Более того, что нельзя, это еще недопустимо по санитарно-эпидемиологическим нормам. То есть, понимаете, ФАП без горячей воды, ФАП без канализации, здание 30-х годов, это, конечно, недопустимо вообще просто. В первый рабочий день посетить медпункт смогли все желающие. Новый ФАП соответствует всем стандартам, как по мебели, так и по оборудованию. Здесь есть все самое необходимое – кардиографы, кабинеты для процедур и приема, комната ожидания. Кроме того, созданы условия для маломобильных групп. Местные жители переменам рады, хотя и выразили некоторые пожелания относительно обустройства ФАПа. Безусловно, какие-то были замечания, мы услышали жителей, добавим чуть-чуть больше света будет, где-то добавим стульев, вешалки еще появятся. Поставим в график приезд врачей узкого профиля и сделаем такой график посещения. Еще один ФАП посетили в деревне Жуковка, скоро он тоже переедет. Этому дому почти 90 лет. Как отметила фельдшер Зинаида Залевская, которая трудится в медучреждении, с 1979 года ежедневно к ней на осмотр приходят 5-6 человек. В здании совсем недавно сделали отопление, но по-прежнему нет горячей воды, канализации. Поэтому было принято решение подобрать новое помещение для ФАПа. И оно нашлось довольно быстро в Жуковском доме культуры. Сейчас здесь полным ходом идет ремонт. Мы вынесли на обсуждение проект создания в культурном центре, создания ФАПа. Больше 70, по-моему, человек присутствовало в зале, все посмотрели проект, одобрительно кивнули. Причем в самом проекте учтены были те места, где занимаются как раз с детьми. Этот кабинет остался, он стал большего размера, мы перенесли стенку. Поэтому сохраняются и занятия для детей, которые, мы надеемся, здесь, которых будет больше, сохраняется. Мы добавляем библиотеку в зале, где раньше был просто холл, ничем не задействованный. Также оставляем зал для больших мероприятий. Продолжилась инспекция в Барвихинской амбулатории. Здесь недавно оборудовали открытую регистратуру, где можно завести электронную карту, встать в электронную очередь. Появился кабинет физиотерапевта, аптечный пункт, заработали аппараты УЗИ и рентгена. Ольга Мисюкевич рассказала, что проблем с очередями здесь нет. Жители могут записаться к доктору через электронную регистратуру или колл-центр. Министр здравоохранения Московской области осталась очень довольна увиденным. Посмотрела кабинеты, они полностью соответствуют сегодня. И навигация есть, и то, что мы вот видите, да, здесь вот стенды по диспансеризации. Здесь есть пост скорой помощи, что очень удобно для населения, для оказания экстренной медицинской помощи. И что отрадно, что, конечно, вот в таких условиях, я считаю, современных, действительно приятно работать и комфортно медицинскому персоналу. И особенность этой поликлиники, что здесь практически 100% укомплектованность. Ну а медицинских сотрудников Одинцовской скорой помощи ждал действительно необходимый подарок. Впрочем, это подарок не только для медиков, но и для всего нашего района. Нина Суслонова передала ключи от 9 новых машин скорой помощи Виктору Ткаченко. Как главный врач Одинцовской станции скорой помощи, хотел бы выразить огромную благодарность за предоставленный новый санитарный транспорт. Вот. Да, который отвечает всем современным требованиям, оснащен новейшим оборудованием. Хочу отметить, что это все отечественное, отечественного производства. Машины безопасны как для пациента, так и для работающей бригады. Великолепно, повторюсь, оснащены. И уверен, и обязуемся, что вот эти вот предоставленные автомобили, новые, позволят нам значительно повысить качество оказания помощи больным и пострадавшим на догоспитальном этапе. Все кареты скорой помощи оснащены в соответствии с техническим регламентом и государственным стандартом. Аппаратами искусственной вентиляции легких и ингаляционного наркоза, дефибриллятором, электрокардиографом, пульсоксиметром, монитором для анестезиологии и интенсивной терапии. По словам Андрея Иванова, проверка медицинских учреждений показала, политика района в области здравоохранения помогает получать жителям качественную медицинскую помощь. Нила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».